Впервые на Красной площади оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева. Художественный руководитель коллектива полковник Эхтибар Максут Аглы Алиев. Военный дирижер, начальник оркестра майор Фарис Мирали Аглы Мамедзаде. На трибунах для почетных гостей присутствует военный атташе Вооруженных сил Азербайджанской Республики в Российской Федерации полковник Надир Шапхазов. На Красной площади звучит марш Алимардана Алиева «Праздничный Азербайджан». Героев из оперы Узеира Гаджибекова «Кёраглы», повествующий о простом конюхе, который борется за свободу своего народа. Обратите внимание на эту трубку. Это зурна, традиционный народный музыкальный инструмент. Азербайджанские друзья
дарят гостям фестиваля песню своего легендарного соотечественника, кумира миллионов, Муслима Магомаева. А это еще один музыкальный инструмент – балабан. Трубка с 9 отверстиями. Самый древний найденный прототип балабана относится к первому веку до нашей эры. А название инструмента происходит от слов «бала», то есть «меньше», и «бан», то есть «петушиный крик». Видимо, это связано с тембром инструмента. Солист Джалал Арут Шаглы Керимов. Обратите внимание на танцоров и на их обувь. Дело в том, что на ногах у мужчин необычные сапоги. В обычных, конечно, можно танцевать, но так великолепно танцевать не получится. Эти сапоги имеют очень тонкую кожаную подошву. Танцевать на брусчатке, а тем более создавать двухъярусную пирамиду, это просто невероятно. Азербайджанских гостей. Это было великолепно. Спасибо вам.